Дорогие друзья, мы очень рады поддержать и присоединиться к акции «Творчество во имя будущего». Это очень правильная и очень нужная инициатива Первого канала, которая позволит поддержать и привлечь внимание к сложившейся ситуации. Конечно, сейчас наше будущее прежде всего в руках медиков, и мы искренне все и каждый говорим вам огромное спасибо. Думая о нашем здоровье, мы, в свою очередь, думаем о вашем здоровье, потому что сейчас вы наша надежа и опора. Будьте здоровы, берегите себя. И я хочу пожелать, чтобы этот непростой период в нашей и в вашей жизни поскорее закончился. Со своей стороны я хочу сказать, что мы не останавливаемся. У нас сейчас проходит замечательная выставка «75 лет Победы», на которой представлены фонды Белорусского союза художников. Поэтому любите искусство, любите жизнь, посещая общественные пространства, пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию и берегите свое здоровье.